Здравствуйте, коллеги и зрители канала «Я парикмахер». Меня зовут Анастасия Линых, я являюсь тренером-технологом бренда Peachy Professional. Сегодня я вам хочу показать окрашивание Total Blonde. Мою модель зовут Анастасия. И сейчас мы произведем в первую очередь диагностику, что мы имеем уже отросшую базу. Итак, прикорневая зона, отросшая натуральная база, примерно на 5 уровне. И точно так же здесь есть вкрапление из 4 уровня. Если мы возьмем височную зону, она достаточно светлая, светлее намного, чем макушка. Поэтому осветление мы будем здесь производить на 6%, а здесь на 4,5%. Итак, мы приступаем к работе. Сейчас мы будем делать разведение осветляющего порошка с окислителем 6%. Будем разбавлять 1 к 3 по классической системе. На 20 грамм порошка мы добавляем 6% окислитель, 60 грамм. Итак, наша главная задача очень хорошо смешать именно порошок, осветляющую пудру, с окислителем, так как пиросульфатная часть, она достаточно активная, и нам нужно сделать однородную консистенцию для комфортности работы и в то же время, чтобы не было ожогов на коже головы. Приступаем к работе именно с макушечной зоны, потому что у нас здесь осветление достаточно долгое и очень слабое. Поэтому будем приступать с зоны макушки. Наносим осветляющий порошок на прикорневую зону в стык с ранее осветленными волосами. Очень тонкими прядками, для того, чтобы хорошо распределить осветляющий продукт. Наносим продукт много, так как нам важен фон осветления. Стараемся волосы не прижимать сильно к коже, чтобы не растягивать порошок по ранее осветленным волосам. Доходим до височной зоны и приступаем ко второй половине головы, так как здесь мы будем работать порошок плюс 4,5%. Волосы не должны прилегать к коже головы, они должны быть рыхлыми для того, чтобы было поступление кислорода. И приступаем к нашей верхней затылочной зоне. В контакте с кожей головы после полного нанесения, после последней пряди нанесенный порошок, время выдержки должен быть не более 50 минут. Почему? Потому что у нас имеется жировой слой, который защищает кожу головы. И по истечению 50 минут данный жировой слой, он полностью исчезает и уже идет разрыхление именно кожи головы. Чтобы не допустить ни дискомфорт, ни ожогов, мы должны выдерживать не более 50 минут. После того, когда мы нанесли уже на прикорневую зону, нам нужно почистить длину, так как здесь были уже неоднократные тонирования, и пигмента уже достаточно много, а нам нужно максимально более светлый результат, поэтому мы будем делать очищение длины с помощью осветляющей пудры и 1,5% окислителя. Так как у нас пудра работает в классической системе от 1 к 1 до 1 к 6, все в зависимости от задачи, которую мы хотим получить, то здесь мы будем работать на длине порошок плюс 1,5% окислитель 1 к 4, чтобы смесь была более мягкая, и в основном это был просто такой легкий пилинг, и уберем как раз таки этот косметический цвет. На 20 грамм порошка мы делаем 80 грамм 1,5% окислителя. Так как у нас смесь будет достаточно жидкая, наша задача, ее нужно хорошо, максимально взбить до консистенции такого прям вот легкого зефира, чтобы порошок у нас, то есть продукт рабочий у нас не стекал, и все оставалось у нас на волосах, и не было пересыхания волос именно по длине. Вот такая консистенция у нас получилась после хорошего взбивания порошка с 1,5% окислителем 1 к 4. Приступаем к работе с нижней височной зоны,
Точно так же будем с нижнезатылочной зоны, для того, чтобы попрядно, да, нам было удобно, более комфортно наносить. Наносим в стык с классическим разведением продукта и попрядно поднимаемся к макушечной зоне. Пряди не обязательно делать тонкими, порошок не эмульгируем, просто хорошо распределяем его по длине. Когда отделяем следующую прядь, не нужно в контакте с кожей, чтобы кисть проходила по коже головы. Аккуратненько разделяем просто волос. Продукта должно быть много, чтобы не было пересыхания длины. Структура волоса от этого, чтобы не страдала. Итак, мы сделали осветление прикорневой зоны, точно так же мы почистили полотно на 1,5% окислителе. И сейчас мы будем приступать к тонированию. Для тонирования нам понадобятся такие оттенки, как 1102, 1111 и 022 корректор. 022 корректор является закрытым, то есть когда мы его выдавливаем из тюбика, мы не видим цвет. Значит, он будет работать точно так же, как и краситель, в структуре волоса. Нам как раз это и нужно для того, чтобы нейтрализовать желтый фон осветления. Далее мы будем применять 1,5% окислитель. Разводится он по классической системе с красителем 1 к 2. И для того, чтобы убрать дискомфорт на коже головы, мы будем добавлять еще туда soft color. Хочу уточнить для мастеров, что 11 и 12 уровень в Peachy Professional не являются спецблондами. У нас есть специально выведенная линейка, это 100 и 900 ряд, которые имеют такую специфику, как спецблонд. Данные красители 11-12 уровня нам предназначены специально для тонирования, поэтому мы и будем их применять в нашем тонировании. Для рецепта нам необходимо 11-02 15 грамм, 11-11 нам также понадобится 15 грамм, и также 0,22 корректор будет 2 сантиметра на 30 грамм красителя. Либо 1 грамм. Далее мы смешиваем красители между собой и добавляем 5 миллилитров soft color. Хорошо активно перемешиваем. Когда мы делаем Total Blonde, нам не нужно будет выдерживать soft color с красителем на протяжении 5-10 минут. Мы можем сразу же после смешения красителя с soft color добавлять окиситель 1,5% на две части. И у нас это будет 60 мл. И снова все тщательно перемешиваем. Приступаем к тонированию с зоны макушки, начиная с прикорневой зоны. Итак, тонкими прядками мы будем проходить всю голову, сначала на прикорневой зоне, а потом сразу же будем тонировать длину. Мы выполнили тонирование и приступаем к сушке. Перед сушкой мы будем наносить спрей 10 в одном. У него 10 функций, это питание, увлажнение, дополнительный блеск. Также есть в нем UFI-фильтры, дает хорошее увлажнение волос, хороший блеск. То есть 10 функций, которые нам в принципе необходимы для пористых волос, для обесцвеченных волос, для осветленных волос. Это несмываемая крем-маска, у него в составе есть органовое масло, также есть масло марулы и также есть экстракт огурца. Это нам дает очень хорошее увлажнение. Равномерно распределяем его по волосам, не затрагивая кожу головы. Данный продукт не утяжеляет волосы, не делает жирными, так что его можно смело наносить много, если в этом есть необходимость, когда волосы очень сильно повреждены. Распределяем его хорошо, равномерно.
и приступаем к сушке. Итог нашей работы – это нейтральный ровный блонд, приближенный такой более к натуральному цвету. Если мы посмотрим на корни, корень у нас абсолютно ровный вместе с длиной. Я очень довольна полученным результатом. Своими впечатлениями вы можете поделиться в комментариях. Но я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале «Я парикмахер».